Красота. Гринский пруд. Нравится фанеру ловить. Бывает, подлещик провернется. Рано, наверное, камеру взял, да? Рано бы взяли. Надо чуть-чуть попозднее. Вот если бы не подсказал бы. Да где же это, конечно. Снимай короткий. Так. Ты не быстро, ты мастер-класс. Так. Лещ. На полкилограмма, наверное. Большой лещ. Вот так. Село Гринское. С рыбалки решил заехать посмотреть яшму. То ли тут отсыпали дорогу, в том числе с яшмой, то ли, ну вот, уже что-то есть. Смотри, как кусочек, я думал, маленький. Ну вот, красная яшма гринская. Ладно, возьмем. Нет, на дороге яшмы не видно. С другой оперы. Вот тоже яшма. Видите? Это все яшма. Хорошая, говорят, гринская яшма, но она под пахотными землями, поглубже. Во всяком случае, разведка установлена, достоверная информация. Ставлю эту на дороге, пройдусь вот здесь. От бульдозера след остался. Может, что-нибудь подхватил он. Вот эта мелочь-то видна.
некоторые яшмы попадают с прожилками симпатичными. Но надо пилить ее. Ну, вон, видите, вон, сколько это яшмы. Какие-то тоже яшмоиды. Смотрите, обнажение. Сейчас посмотрим. Вот видите, тут никаких проблем. Возьмем кусочек, вымоем дома, посмотрим. Яшмовые залежи. Кто-то копался, видимо, кому-то надо было. Здесь несколько другого цвета. Я слышал, что... Да, не слышал даже. Сам проезжал, но очень давно. Вот дальше по этой дороге. По левую сторону будут скалы. Там скалы не из такой красной, красно-черной яшмы. Там зеленоватая, но и тоже с прожилками. Так что вот все от вас, друзья, зависит. Кому нужно, тот приедет. Ладно, пора домой. Рыбу чистить. Вон там можно наверху еще посмотреть, тюкнуть. Не хочется подниматься. Надо другого цвета поискать еще. Thank you.